Дорогой Господь, спасибо Тебе за Слово, которое питает нас. Напитай нас, накорми нас, сделай нас живыми для Тебя, сделай нас способными понимать Твою волю, Господь, и отвечать на Твой призыв. Мы благодарим Тебя за то, как Ты трудишься в нашей жизни во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее мое послание, я верю, будет очень практичным и применимым для всякого человека, который желает действительно лучше понимать Бога и понимать Его волю для своей жизни. И мы будем говорить о такой, может быть, с одной стороны простой теме, но с другой стороны, я верю, что и непростой теме, как наше отношение к Библии. Я хотел бы поговорить о том, как действительно получать откровение от Бога через Писание. Вот послушайте. Когда мы говорим об откровениях, это что мы себе часто представляем? Мы представляем, что приходит какой-то ангел Божий, да, и говорит нам что-то. Или мы молимся, 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 7 ручьев пота стекает с нас, и есть откровение. И ты выходишь и говоришь, у меня есть откровение. Я хочу там сказать. Начинаешь говорить, люди говорят, подожди, что-то это откровение какое-то странное, оно с Библией не сходится. У меня есть откровение. И все, все доводы отсутствуют, потому что я получил откровение. На самом деле, друзья, Божье желание открыться для нас, оно выражается через Писание. Мы это знаем, в общем-то, из малого, с пеленок наших христианских, правда? Вот когда мы пришли к Богу, что нас учили с самого начала? Читай Библию, да? У меня такая наклейка есть. Читайте Библию, путь к жизни. Это правда. Читайте Библию, путь жизни. Я помню, когда мне дали этот совет, я взял Библию, открыл, и я был впечатлен, потому что я ничего не понял. Не, серьезно, я понимаю, я до сих пор не все понимаю, там далеко не все понимаю, но тогда я вообще ничего не понял, и я понял, что я обречен, как верующий человек. Ну как бы, а что в ней понять? Какие-то люди с кем-то воевали, против кого-то. А потом я еще случайно открыл книгу «Левит», я вообще в шоке был. Там такое творится, там животных убивают, берут куски мяса, с этим мясом что-то делают, то потрясают, то вообще как в этом понять, как вообще это применить к своей жизни, как вообще в этом получить какое откровение. Я честно достаточно долго думал, что некоторые книги в Библии, они просто случайно туда попали. Когда говорили там, 3 глава книги Михея, я говорю, кто? Или там Агея, например. Вы помните, о чем они писали? Мало кто помнит, правда? Но они есть в Библии. И что-то там даже написано. И для кого-то это было важно. Как вообще возможно из этого получить откровение? То ли дело хорошенько помолился, тебе как сошло на тебя что-то. Мурашки как протоптались про тебе, ты именно так прочувствовал, именно вот это. И вот это вот довод, правда? Это довод, ты держишься его, не знаешь, правильно ты делаешь, неправильно, но ты его держишься. Итак, друзья, я понимаю, что для нас легко, когда мы говорим об изучении Библии, вообще говорить о каком формате. Нужно Библию читать, правда? То есть просто ее читать. Церковь, которую Бог меня привел с самого начала, очень сильно любит Слово. И я вообще уважаю тех верующих, которые любят Библию. И основным критерием, в общем-то, скажем так, духовной зрелости было то, как ты читаешь Библию. Сколько раз ты прочитал Библию вообще, да? Первое, что начиналось, ты там, брат мой, скажи, а ты Библию прочитал? И ты такой, нет. Ну, так о чем с тобой говорить? И ты там как бы идешь через эти главы. Ты прочитал Библию? Прочитал. Но я ж не понял ничего, правда? Но я ее прочитал. Ну, все, уже как бы духовный. Уже там звездочку можно где-то себе заколоть. А потом ты можешь сказать, я ее 3 раза прочитал. О, уже можно лампас какой-то себе где-то на погонах духовных нарисовать. То есть мы привыкали в определенном образе мерить нашу духовность количеством того, сколько раз мы прочитали Писание. Кто из вас прочитал Библию больше 10 раз? Есть несколько молодцов. Респект. Уважаю вас.
Я не знаю, прочитал ли я 10 раз. Я даже сейчас вот неловко себя почувствовал. Ну, возможно, возможно, да. Не знаю, помогло ли это мне. Итак, друзья, я, к сожалению, вас разочарую. Само по себе прочтение Библии не делает вас духовным человеком. Аминь? Это сказали те, которые не прочитали 10 раз. Как компенсация перед теми, которые прочитали. Вот посмотрите на нас, нас много, и мы тоже духовные, да? И что с того, что вы так много читаете? Что вы нас впечатлить тут решили, да, со своими вот это вот интеллектом на нас своим давите духовным? Мы тоже что-то знаем. На самом деле, я хочу сказать, что человек, который много читает Библию, он действительно знает Библию. Правда? Я встречал таких старцев, пожилых мужчин, женщин в церквях, которые всю жизнь читают Библию. И они очень, они невероятно, это просто ходячая симфония. Этот человек знает, что где написано. Он спокойно, не напрягаясь, может цитировать главы и даже книги. Вы понимаете, да? И ты говоришь с таким человеком, я помню, были как-то на собрании, свет пропал. И проповедник, который проповедовал, он так и проповедовал в темноте и цитировал места Писания просто по памяти. Это уровень, я так не могу, например. Но такие люди есть. Откуда пришел этот навык? Из-за того, что человек повторял это очень много раз. И он просто ориентируется, ну, как в поисковая система, он ориентируется в каких-то местах, соответственно, он может где-то как-то это лучше применить. Но, тем не менее, Библию можно читать совершенно по-разному. Первый путь, как мы говорили с вами, это очень известный и очень простой путь. Путь ежедневного чтения Писания. Кто читает Библию по плану? Те, кто не читают, немедленно начните это делать, друзья. Сейчас для каждого телефона, у вас обычно уже есть мобильные телефоны, есть прекрасные Библии, в которых можно найти чтение по плану. Вы выбираете себе какой-то уровень, который вы хотите поддерживать. Например, если вы хотите прочитать Библию за полгода, вам надо читать 8 глав в день. Много это? 8 глав в день! Я вас умоляю, полсерии какого-то сериала. 20 минут. На самом деле, 8 глав в день, и вы прочитываете за полгода всю Библию. Вообще не сложно, правда? Такие сейчас программы есть, например, вот Bible Verse, да? Она будет вам напоминать, она вам письмо пришлет хоть 10 раз в день, она вам позвонит, если нужно, она вам напомнит какими-то объявлениями о том, что «почитай меня, пожалуйста». И вы сможете это сделать. Это очень, ну, достаточно простой путь. Я обычно стараюсь придерживаться такого графика, не всегда это получается, но тем не менее, я считаю, что это невероятно хорошая дисциплина. Ежедневное чтение Писания дает возможность ориентироваться в Писании, друзья. Это очень практичный навык, базовая такая вот основа. Читайте Библию каждый день. Если вы пропускаете, без чувства вины продолжайте читать дальше. Оно даст вам возможность увидеть широту Библии. Оно даст вам возможность увидеть, из чего она состоит, и действительно ориентироваться. Вы ничего не выучите. Запомните, вы таким чтением вы не сможете углубиться, потому что такой подход, он дает ширину. Ширину, понимаете, да? Но есть метод, который немножко отличается. Отличается от этого подхода. Второй путь, он, в общем-то, менее популярен. Он считается почему-то уделом учителей библейских, пастырей. Вот как бы, знаете, как будто эти люди, они обязаны вот так читать Библию, по-другому. Это путь осмысленного тематического исследования Писания. Как вообще, ну вот, осмысленно прочитать Библию? Это то, когда мы говорим о глубине Писания. Еще раз, смотрите, два пути, через которые человек может чему-то научиться в Библии. Первый путь широкий, то есть ты идешь быстро, ты идешь по верхам,
Ты не вникаешь в суть процесса. Например, когда мы читаем какие-то исторические книги, что мы можем там увидеть? «И взял Давид и встал с Кадес-Барни и пошел туда-то, туда-то». О чем это нам говорит? Да абсолютно ни о чем. Правда? Но если вы поедете в Израиль и попадете в то место, откуда встал Давид и куда он пошел, ваше восприятие этого места Писания будет совершенно другим. Правда? Ну реально, ты посмотришь, вот здесь он, ну где-то здесь, он предположительно стоял, а куда он шел? Вот за ту гору. Они стояли на той горе, на них нападали. То есть восприятие вообще будет другим. Почему? Потому что ты углубился, ты пришел в то место, откуда все начиналось, откуда это описывалось. Ты понял, как оно устроило изнутри. Соответственно, откровения будут другого уровня. Соответственно, это наложит отпечаток на вашу жизнь и на ваше восприятие Бога совершенно по-другому. Когда я читал, например, о Иерусалиме, вот храмовая гора, о том, что все туда приходили на поклонение, вы знаете, что я представлял себе? Какой-то невероятный мегаполис, какой-то просто чудо-город, какое-то такое вообще непонятное сооружение с какими-то там, ну вообще что-то такое невероятное. Когда я побывал в Иерусалиме, увидел этот Иерусалим, ну те остатки старых стен, я понял, что я вообще неправильно представлял. То есть, побывав, пережив вот это как бы изнутри, углубившись в эту историю, пройдя по этим улицам, пройдя, посмотрев, я понял, что Иерусалим — это маленький город, это километр квадратный всего лишь. Километр, это вот два наших квартала. Вот здесь, вот, Греческая и Бунина, вот вам есть Иерусалим. Обнесите вот эти вот кварталы стеной, вот вам и город. Мы не представляем это так, правда? Мы не представляем. Иными словами, Божьи откровения, они открываются более ясно для нас тогда, когда мы начинаем осмысленно размышлять над Писанием. Именно тогда тот смысл, который изначально был вложен Богом, он становится живым для нас. И он приносит пользу, и он приносит реальное откровение. И это не имеет ничего общего с таким понятием, как спортивное чтение Библии. Это разные пути. И тот путь важен. Я еще раз настаиваю, обязательно старайтесь читать Библию каждый день. Это очень важно. Это дает вам широту видения, перспективу дает. Но если вы хотите глубину, вам надо учиться по-другому смотреть на себя и на Писание. Вы не имеете права всю жизнь читать Библию поверхностно. Знаете почему? Потому что вы теряете время. Да, безусловно, к старости вы будете много знать, только путем того, что вы много раз повторяли одни и те же места Писания. Но если вы хотите усилить этот процесс, если вы действительно хотите этому научиться, понимать Бога, Божье сердце, придется закатывать рукава и разбираться в Писании. Придется учиться. Кстати, именно для этого существуют библейские институты. Там учат, как учиться. На правах рекламы. Так что, пожалуйста, я ожидаю, кто хочет начать учиться, подходите ко мне, я вам расскажу, как это сделать. Смотрите, друзья, Псалом 1, с 1 по 3 стих. Внимательно, вот просто внимательно увидьте, что говорит Господь. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Мы говорим, это о нас. Мы не ходим на совет нечестивым и так далее. Но дальше написано, второй стих. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Круто, да? Посмотрите, чем занят этот благочестивый человек. А? Успешный, да. Успех есть у него. Его корни, они где? В ширине? Они в глубине. Он потратил время на то, чтобы не в широту расти, а в глубину. В глубину расти. И написано, смотрите здесь. О законе Господа, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Что Он делает о законе?
размышляет. Он не просто его читает. Понимаете, да? Он не просто его выучил, потому что наши дети, они способны... Мой сын, когда учит стих на украинском языке, а здесь в Одессе украинский язык вообще вне конкурса, да? Чтобы, то есть он для него это космос, магия. Просто магия, понимаете, да? Но вот задали ему, и надо выучить какой-то стих. Он его тупо учит, не понимает слов, но он просто его учит. Ты что-то понял? Ничего не понял. И мы разбираем по словам, чтобы он хотя бы смысл понял. Но зато он выучил. Пришел, сдал на 12, все, свободен, я молодец, я знаю украинский язык. Ничего ты не знаешь, потому что ты не понял сути того, что там написано. Выучить место Писания ничего не значит, если ты не понимаешь, что оно значит, если ты не можешь его использовать в своей жизни. Если ты не видишь того откровения, которое Господь поместил там, в середине этого места Писания, это как сокрытое сокровище. Если вы хотите им обладать, тогда нужно закатать рукава и нужно учиться. А как по-другому? Аминь, аминь. Итак, муж этот благочестивый, которым, я верю, мы также станем, он размышляет и делает это днем и ночью. И именно это делает его основание крепким. И вы знаете что, друзья, если вы спросите о моей вот миссии жизненной, я хочу быть таким деревом. Я хочу быть таким деревом, чтобы были плоды на моих ветках, чтобы у меня были крепкие корни, чтобы если придет давление, я мог устоять. Потому что есть сок, который я тяну, есть жизнь, которую я добываю оттуда, из глубины, то откровение Божье, которое питает меня. И то, что вы видите сверху, ну и что? И главное, что внутри. Это важное, потому что, друзья, если вас даже срежут под корень, но у вас есть живые корни, знаете, что будет? Прорастет. Дерево вырастет обратно, и придет снова плод. Почему? Потому что была глубина. Не поверхностность, была глубина. Вы помните ту притчу о зерне, которое падало? Одно упало возле дороги, но было что? Плохая почва, и оно не смогло прорасти. Когда пришел, упал, когда пришла жара, что произошло? Увяло. Не выросли корни. Нам невероятно сильно нужно отрастить себе духовные корни. Друзья, нам невероятно сильно нужно научиться углубляться в Писание, углубляться в Слово, получать настоящие, а не какие-то супердуховные откровения, получать откровения из Слова, а не те, которые мурашки вам приносят во время какой-то молитвенной... Я послушайте меня только правильно, я не против молитв, я только за, но я считаю, что Писание первично. Писание – это основание, через которое мы проверяем все остальное. Поэтому лучше в нем разбираться, друзья. Лучше на него опираться, лучше через него смотреть на этот мир. Итак, давайте поговорим предметно. Что нужно делать, чтобы научиться получать откровения из Писания? Как? Это очень важный вопрос. Одно дело понимать нужду, другое дело понимать, как это делать? И мы с вами будем сегодня учиться. Поэтому я говорю, это очень практическое слово. Вы сможете его реально применить. Если бы я мог, я бы вам всем домашнее задание дал и на следующую субботу у всех проверил. На самом деле, сделали вы это или нет. Итак, предположим, мы с вами определили, да, Библию мы все читаем. Аминь. Как отче наш. Мы все читаем Библию каждый день. Хотя бы Библия за год. Это вообще 4 главы в день. Это вообще смешно, это для детей. Но хотя бы Библия за год. Правда? Пусть будет. Может быть, если повезет, раз 70 за свою жизнь мы ее прочитаем. Ну так, хотя бы так. Итак, тем не менее, не отменяя этого плана, мы решаем, что мы хотим углубиться. И как же нам это сделать? Что нам нужно сделать? Давайте подумаем, что нас беспокоит в нашей жизни? Вообще, какие вопросы есть в нашей жизни, которые остаются для нас открытыми? У меня таких вопросов миллион. Честно. Вот куда ни посмотри, у меня сплошные вопросы, что делать и как делать, как научиться. То есть, иными словами, есть темы, которые вас беспокоят.
Либо есть вопросы, в которых вы не понимаете. Это вопросы могут быть связаны с крещением, вопросы Духа Святого, вопросы Троицы, вопросы да чего угодно. Согласитесь, правда? Но вам нужно в этом разобраться. Вы понимаете, что вы плаваете, вы понимаете, что у вас нет откровения от Бога об этих вопросах. У вас есть какое-то смутное представление, и вы не знаете, собственно говоря, правдиво это представление или нет. Хорошо. Для нашего примера, давайте мы с вами тоже выберем такой вопрос. Ну, просто для примера. В данном случае я хочу вас больше научить методу тому, как это делать, чем, собственно говоря, в глубине разобрать этот вопрос. Хорошо? Предположим, нас интересует вопрос исповеди. Хороший вопрос. Кого интересует вопрос исповеди? Ну, так, немножко интересует. Те, кому не жарко, те подняли руки. Итак, вопрос исповеди. Нужно ли исповедоваться перед пастырем? Важный вопрос, правда? Или можно перед кем-то другим? Вообще, можно ли, что такое исповедь вообще? Стоит ли об этом говорить? Можно ли не исповедоваться вообще, ни перед кем? Просто перед Господом. Это вопросы, которые непонятны. Давайте мы попробуем просто, как для примера, разобраться. Итак, вот наша проблема. То есть мы очерчиваем для себя проблему. У нас непонятный вопрос, связанный с исповедью. Что первое, кто записывает, запишите. Что первое нам нужно сделать? Нам нужно собрать всю информацию, которая есть в Библии по нашему интересующему нас вопросу. То есть нам нужно понять, что мы, собственно говоря, знаем, что Писание говорит, как это сделать. Обратно же, если у вас есть электронная Библия, скорее всего, у вас в этой Библии есть что? Поиск, да? Или симфония, как говорит по старинке. Если у вас нету такого, вы можете купить эту симфонию в любом, слава Богу, сейчас христианском книжном магазине, вы сможете, это книга, в которой по словам можно найти, вот где они употребляются в Библии. То есть мы берем что в данном случае? Слово «исповедь», правда? И мы выписываем, хочу сделать ударение, мы выписываем на листочке, то есть еще раз, нужно потрудиться. Мы выписываем эти места Писания на листочек, то есть мы смотрим, где это употребляется, как она употребляется и когда. И мы понимаем, что если мы, вот допустим, в вопросе исповеди, мы наталкиваемся на целый ряд стихов. Мы видим, что числа 5 глава 6-7 стих говорит, что мужчина или женщина, совершивший какой-либо грех, пусть исповедуется в грехе своем. То есть мы видим, что нужно что-то говорить. Если человек согрешает, то нужно исповедоваться в своем грехе. Мы начинаем выписывать все места, которые находим в Ветхом Завете. И здесь тоже важно понимать, что в разные периоды времени действовали разные заветы и разные условия. Мы не можем просто так взять то, что работало когда-то далеко, там, например, 4000 лет назад, и просто взять и применить в нашей жизни. Правда? Тогда же жили люди в других обстоятельствах. Поэтому мы должны понять, просто мы не делаем выводов, мы просто собираем информацию, которая есть. Что мы видим? Мы видим, что когда Ветхий Завет, когда Танах говорит об исповеди, то обычно люди, которые хотят исповедоваться, они делают это очень коротко. Например, Моисей, когда исповедовался в Исходе 32 главе 31 стихе, он делал это очень кратко. Ахан, когда исповедовался в Иисусе Навине 7 главе 20 стихе, Давид, когда исповедовался во 2 царств 12-13, эти исповеди, они были очень короткие и немногословные. Но если мы посмотрим другие места Писания, мы увидим, что исповедь, она иногда облекалась в литературную форму, то есть она становилась песнью, она становилась стихом, воззванием, то есть она становилась более такой приукрашенной, но она имела литературную форму. Если мы посмотрим Новый Завет, то мы увидим, что на самом деле нигде в Новом Завете нет установления того, что исповедь является такой вот конкретным таинством или
определенным действием, которое было закреплено заранее церковью, когда человек приходил, что-то говорил, и там была какая-то формула «исповедуюсь во имя Ишуа Мессии», там та-та-та-та-та. Нету такого. То есть на самом деле все было достаточно просто и достаточно ясно. Итак, тем не менее, когда мы смотрим в Новый Завет, мы видим, что исповедью является выражение Богу наедине или публично своих грехов. Еще раз, для нас важно понять процесс нашего мышления, друзья. Я хочу вас научить размышлять над Писанием, научить вас получать благословение. Мы собираем информацию, мы ее не анализируем сильно глубоко, мы просто видим, что есть. И я вам хочу сказать, что очень часто откровения начинают приходить уже от самого процесса вот этого сбора. Потому что вдруг вы поймете, что ваши представления, которые были веками, они почему-то не поддерживаются никак Писанием. Когда я впервые начал вот идти таким путем, я был потрясен, потому что я столкнулся с целым рядом церковных доктрин, которые не поддерживались Писанием. Но это были доктрины такого уровня, которые были способны полностью преобразить, изменить жизни людей. Ой, спасибо большое. Я же говорю, надо молиться за дождь. Срочно надо молиться за дождь, а то жара. Итак, следующее, что мы можем с вами сделать, мы же люди умные и способные, правда? Нам надо бы немножко посмотреть в оригинал. Ну, я не говорю о том, что вам обязательно, чтобы быть таким сильно умным, надо знать греческий или иврит или что-то подобное. Ни в коем случае оставьте эти глупости. Это уже для особых людей, которые живут не в нашем районе, как говорят. Помните в этом фильме, да? Я знал таких людей, но не из нашего района. Вот, пускай они там знают. Итак, библейские программы обычно позволяют нам увидеть, что же, собственно говоря, было написано в греческом языке, или на арамейском языке, как вообще это слово, вот что оно значило изначально, когда люди, те, которые его писали, они переводили. Хочу я вам сказать, что у нас с вами нет хороших переводов Библии, таких идеальных. Каждый из них имеет свои сильные стороны и имеет свои слабые стороны. Поэтому очень разумно посмотреть вот в греческом, что там написано, какие там слова стоят, вы удивитесь. Вы узнаете несколько вещей. Прежде всего, вы узнаете, что некоторых мест Писания не существует вообще, некоторых слов не существует вообще. Они есть в вашей Библии, но их нет в оригинале, там никто такого не говорил. Каким-то образом, какие-то переводчики, они вот почему-то так перевели. Их традиция, их представление о мире, оно вот так было устроено, они вставили это слово, и все. Итак, мы с вами умные люди, мы смотрим и видим, что же значит слово «исповедь». Мы видим, что это греческое, оказывается, слово, если мы говорим о Новом Завете. Помните это место 1 Иоанна 1:9? «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очищает от всякой неправды». Правильно, да? Вот, видите, к чему чтение Библии приводит? Прочитал на память. Итак, мы видим, что там «исповедуем». И там интересное такое слово стоит. «Исповедуем». Оно как-то там звучит по-гречески «гемологомен». Ну, и вам не вообще, я говорю, не важно, как запомнить, как оно звучит, не важно. Нам нужна суть, правда? Я просто боюсь вас спугнуть. Итак, соглашаться, признавать, исповедовать, открыто признавать. Ага. Мы понимаем, что исповедь, она подразумевает точно открытое признавание определенных грехов. То есть нужно сказать, тут не сказано, что нужно признать перед обществом, перед людьми, перед пастырем, но в любом случае признание должно быть открытым. То есть ты должен, как бы, грубо говоря, выйти и просто сказать: виноват, я согрешил вот этим, вот этим. То есть то, что ты должен говорить. Итак, это наш первый этап, первое заложенное такое вот, заложенное основание. Следующее, то есть первый этап, мы собираем все, что можем найти в Библии. Мы никуда не выходим из Библии. Мы пользуемся словарями и справочниками, но все равно держимся только Библии. Следующий этап, постараться взять вот все те бумажки, которые мы с вами навыписывали,
и попробовать во всем этом многообразии. Некоторые темы, они будут очень маленькие, но некоторых будет очень много информации. Найти что-то общее. Смотрите, вы в любом случае увидите различия, но наша задача искать не различия. Наша задача искать похожести. То есть, если мы говорим, например, о вопросе исповеди, что мы можем увидеть? Что независимо от разных мест, будь это Ветхий Завет, Танах, будь это Новый Завет, неважно, или пророческие книги, неважно, мы увидим, что исповедь подразумевает, что человек сам говорит за себя о своих грехах перед Богом или обществом. Независимо от того, насколько большим является это общество. Может быть один человек, а может быть целый народ. Когда кто-то выходит, например, царь, он выходит и исповедуется в своих грехах. То есть, вы понимаете, да? Это как суть, это как основание, как стержень, вокруг которого есть разные веточки, которые от него отходят. Веточка о том, как это было тогда, как было здесь, как было так, как это происходило. Но, тем не менее, суть остается неизменной. Суть остается, ну, как бы статической. Итак, мы соединяем все то, что мы получили, нанизывая это на одну или несколько центральных, таких магистральных идей. Итак, когда мы это сделали, мы понимаем, что исповедь очень сильно связана также с процессом оставления греха. Если человек просто говорит о своих грехах, но не собирается его оставлять, то это на самом деле не является тем исповеданием, которого ищет Господь, которого ожидает Господь. Человек должен принять решение оставить свой грех, и именно это будет являться настоящей библейской исповедью. Следующее. Определили, да? Собрали материал, выявили основные такие конкретные темы, которые, их может быть несколько, две, одна, три, но немного, поверьте, немного. Нужно сесть хорошенько и задать себе простой вопрос. Это следующий очень важный этап. Что конкретно это значит? Что конкретно это значит? Что имели в эти в виду? То есть, иными словами, в этот момент мы стараемся понять ясно, здесь ключевое слово «ясно», что это имеет, что имеется в виду Писанием под вопросом исповеди. И когда мы говорим об этом, что мы можем сделать, каким выводом мы можем прийти? Первое, то есть вы берете отдельный листочек, еще раз, и записываете то, чему вы научились. Исповедание совершенно необходимо для человека, то есть абсолютно без вариантов необходимо исповедание. Без него, можете пункт 2 писать, Бог не может простить грехи человека. Правда, да? Если человек не исповедуется, если он не собирается оставить грех, будет ли Бог прощать этот грех? Нет, у него не попросили, не было просьбы о прощении. Как Бог будет прощать грех, за который никто не кается? То есть без исповедания перед Богом грехов Бог не может простить человека. Он ожидает этого покаяния. Дальше что мы видим? Необходима жертва для прощения. То есть недостаточно, оказывается, исповедания для прощения. Необходима жертва. Необходимо какое-то искупление грехов. Нечто, что стало бы за человека, что покрыло бы грехи человека. Следующий пункт, который мы узнаем из этого разбора. Бог хочет прощать наши грехи. Бог заинтересован. Почему мы знаем? Потому что мы просмотрели все места Писания, касающиеся этого вопроса, и мы увидели, что Бог обращается и говорит, исповедуйся, а я прощу. Обратись ко мне с просьбой. То есть Бог, Он побуждает человека. Бог, Он устраивает вот эту систему левитского служения, систему жертвоприношения. Зачем? Он хочет приобрести человека, но для этого нужно поговорить о своих грехах с ним. Итак, мы записываем следующий пункт. Бог хочет меня простить. Дальше, что мы знаем?
Исповедоваться – это значит проговорить свой грех вслух. Это значит сказать о своем грехе вслух, чтобы это было слышно. Исповедание, следующее, связано с нашим решением перестать грешить. Все это мы увидели из мест Писания. Другие люди могут присутствовать при исповеди или не присутствовать. Мы тоже это увидели из мест Писания. И также люди не отпускают грехи, но их отпускает Господь, Бог прощающий. Итак, это очень и очень важный момент. Мы проясняем те места Писания, которые мы изучили. Скажите, вот до этого момента вы получили уже откровение об исповеди? Ну, реально, да? А почему? Потому что мы, в общем-то, достаточно поверхностно, но мы рассуждаем о вопросе, о котором мы просто когда-то вскользь думали и читали в Писании. Вы видите, что даже такой поверхностный разбор, он уже дает откровение из Писания, то, которое там всегда было и открыто для каждого из нас. Итак, наш процесс исследования продолжается. Ведь это еще далеко не конец. Мы еще можем углубиться. Мы еще можем внимательнее посмотреть. И знаете, как мы это можем сделать? Нам не нужно с вами изобретать велосипед. Что я имею в виду? Его уже давно изобрели. Иногда мы, как верующие, живущие в наше время, почему-то считаем, что мы обладаем всем знанием и всеми вообще откровениями. Мы открываем интернет, и там все написано. Мы берем какую-то книжку, а там все давно исследовано. Мы, короче, молодцы. И мы забываем о том, что в течение 2000 лет были разные верующие. И вы знаете, чем они занимались в своей жизни? Они изучали Библию. Нам кажется, что они просто ее читали, так же, как мы читаем, скоростным спортивным чтением. Ничего подобного, друзья мои. Ничего подобного. Знаете, какая особенность была? Мы живем в том поколении, которое не умеет углубляться в суть вещей. Знаете почему? Когда вы открываете свой Facebook, у вас миллиард сообщений за день. Вы бессмысленно прокручиваете их, да? Если вы видите смешную картинку, вас хватает только на то, чтобы хмыкнуть. Типа, это типа смешно было, да? Ну, типа там, она прикольная, да? Вы уже даже смеяться не можете, вы уже просто хмыкаете от всего. Все поверхностно. Вы читаете какую-то статью, какое-то исследование, а вы тоже в конце. Это типа понравилось, да? Но на самом деле такой подход, он учит нас идти по верхам, не углубляясь в суть вещей. Таким образом, мы имеем псевдообразование, как будто мы что-то знаем, на самом деле мы ничего толкового не знаем так, как нужно знать. Так вот, в течение 2000 лет, когда люди имели Библию, а были года, когда Библию было иметь вообще счастье и даже преступление, да, потому что все пытались забрать у вас это Писание, люди, они просто вникали в Писание, у них не было что читать. У них, может быть, за всю жизнь было там 50-100 каких-то свитков, которые они изучали по кругу всю свою жизнь. Могут ли такие люди, которые усердно изучают 100 книг, например, за всю жизнь, углубиться в суть вопроса? Конечно, могут, друзья. Конечно, потому что люди не спеша, вдумчиво размышляют. Посему, что я хочу сказать? Мы не первые, кто начал изучать вопрос исповеди здесь сегодня на нашем шабатнем служении. Их было очень и очень много. И нам нужно посмотреть, что же учило, о чем же учила церковь раньше в вопросах исповеди. Вообще, как смотрела на вопросы исповеди, например, ранняя мессианская община 1 века, 5 века, как менялась эта доктрина, что происходило с ней, как люди смотрели вообще, как это отражалось на их жизнь, на их быт. И мы вот тут думаем, вот это что это значит, после этого я должен... Что я вообще, в библиотеку должен идти читать какие-то страшные книги? Нет, друзья, у вас есть интернет. Вы можете открыть и посмотреть, например, в поиске такое слово «Исповедь в ранней церкви» и нажать Enter. И вы увидите разные документы, вы увидите интересные вещи. Оказывается, если почитать, мы можем увидеть о том, что в 3 веке, например,
грехи начали делиться на различные степени тяжести. Изначально первая церковь считала, что, первая община считала, что, в общем-то, человек, который принял водное погружение, он не может грешить, потому что он всецело и полностью принадлежит Христу. Полностью. Потому что церковь – это святые люди. Ну, как бы в идеале. Но знаете, что начало происходить? Очень скоро они поняли, что они ошибаются, потому что, оказывается, люди могут грешить после водного погружения, и очень даже не слабо могут грешить. Могут отходить от Бога, могут предавать под действием каких-то давлений, преследований и так далее. Что делать с этими людьми? Они приходят, и они начинают исповедоваться. Это вот такое вот историческое вот было такое событие. Они исповедуются, и надо как-то либо их отлучать навсегда, либо нужно их принимать обратно. Как поступать? И решили о том, что, в общем-то, церковь состоит из людей, которые святые, но которые согрешают. То есть поменяли немножко доктрину, и грехи были разбиты на разные категории. То есть были, например, первая категория – это грехи мелкие, то есть повседневные. Они не требовали формального какого-то покаяния и прощались без исповеди. Вторая категория грехов, которую, так скажем, вывели по тяжести, она была, ну, такого среднего уровня, которая, ну, скажем, за которую нужно было публичное покаяние и нужно было принести определенное наказание за эти грехи. То есть и церковь перечисляла, какими могут быть эти грехи. Например, какое-то там суровое пьянство или драка там, или что-то такое. Ну, то есть оно подходило под вторую категорию. Дальше были грехи тяжкие, такие как отречение от веры, блуд, прелюбодейство, убийство, после которых верующий человек, он изгонялся из общества святых. Если такой человек, он хотел вернуться, то возвращение было возможно только через исповедь перед епископом. То есть это была такая категория людей, которая работала с таким человеком, епископа, духовно зрелые, очень такие крепкие мужи Божьи. Они работали с таким человеком, и через эту работу, возможно, там очень долгий процесс был, человек мог вернуться в лоно церкви. Итак, в каждом случае епископ определял, каким будет наказание. То есть мы видим, что в третьем веке появилась эта личность. И мы дальше знаем, что как развивалось, о том, что это выросло целые институты исповедания, связывать, развязывать. Все это является частью нашего исследования. И согласитесь, это весьма интересно, потому что многие тысячи людей жило многие годы, используя это знание, это понимание, применяя его на практике. Итак, размышляя о том, что мы с вами накопали, мы понимаем, что еще с ранних веков, с раннего времени, ранней церкви, в исповедании участвовал также духовно зрелый человек, который помогал согрешившему приблизиться к Богу. То есть такой человек, он как бы был тем, кто держит его за руку и приводит к Богу, возвращает к Богу, приводит его обратно в лоно общины. И написано в Иакова 5 главе 16 стихе, мы уже с вами это знаем, потому что мы же просмотрели все места про исповедь, правда, раньше? «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Иными словами, человек, который становится на путь покаяния, он начинает искать помощи у верующих людей. Тем не менее, а мы тоже это уже увидели, исследуя разные места, мы понимаем, что грехи человек прощать не может. Почему мы это знаем? Потому что в 1 Тимофея, 2 главе, 5 стихе написано: «Ибо един Бог, и единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Один посредник. Не может быть кто-то между человеком и между Господом. Есть только Иешуа. Иными словами, хочешь примириться с Богом, приходи к Иешуа, и Он приведет тебя к Богу. В данном случае
Будь это епископ, будь это пастырь, будь это кто-либо, это всего лишь помощник, тот, который помогает прийти человеку к примирению с Богом. Итак, мы еще добавляем одну опору в наше с вами откровение. Мы раскапываем его. Мы опираемся на тот опыт, мы размышляем о том опыте, который был в ранней общине. Но вы знаете что? Очень часто верующие, они на этом заканчивают. Считая, что, в общем-то, не стоит выходить за какие-то, ну, другие такие вот области исследования. Я говорю, что это, в общем-то, может быть ошибкой. Вы знаете, стоит посмотреть также на различные небиблейские источники. Иногда различные археологи, иногда различные ученые, они также могут что-то интересное открыть, что может быть частью нашего пазла. Например, они могут открыть развалины каких-то старых церквей или старых синагог, в которых были исповедальни, например. Правда? Ну, это же не библейская археология, это просто вот копали и открыли, и увидели, что там находится вот такое. То есть они помогают в данном случае нам подтверждать нашу, вообще наше исследование, наше понимание того, о чем, собственно, говорит речь. Могут, например, находить какие-то остатки жертвенников, остатки храмов, остатки каких-то мест поклонения. Все это также является нашей, нам в помощь. Итак, мы почти пришли до конца, вы уже почти все поняли, да? Следующее, что нужно сделать, друзья, рассмотреться и подумать, поразмышлять, а как этому учат сейчас? Мы смотрели в прошлое, мы смотрели в Писание, мы смотрели в науку, мы смотрели в различные исторические источники. Давайте подумаем, как же современная церковь или община учит сейчас об исповеди? Что мы знаем? Мы знаем, что в некоторых, особенно в ортодоксальных кругах, исповедь является обязательным фактором и совершает ее человек при обязательном участии священника. Да? То есть, когда ты приходишь, там есть определенный обряд, когда что человек должен делать, встать на колени, здесь поцеловать, там, ну, поклониться. Я в данном случае не вглубляюсь и не критикую, ни в коем случае. Я просто говорю, что есть такое явление. Да? То есть мы знаем, что это достаточно большие пласты современных церквей. Если мы посмотрим в евангельскую сторону, мы увидим, что там участвует пастор. Да, очень часто, например, если вы придете в пятидесятническую или баптистскую церковь, вы можете узнать, что там, например, исповедь, она возможна только лишь при участии пастыря. Я, например, был в таких церквях, и, ну, вот такой порядок. Если мы пойдем в харизматическую сторону, более харизматическую, мессианские общины мы пойдем, да, мы видим, что там участие пастыря не является обязательным предписанием. То есть мы с вами анализируем те учения, которые есть на сегодняшний момент в различных группах людей. Итак, до сего момента, друзья, знаете, как должен выглядеть ваш стол? Ваш стол должен выглядеть в бумажках. Может быть, сложенных, может быть, разложенных. Вот здесь будет одна часть, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая. Вы как опытный путешественник, вы вот карту между собой, перед собой разложили, и вы сейчас должны, знаете, что сделать? Следующим этапом – свести все воедино. Вот это очень важный момент. Вы узнали, что есть, и необходимо определить суть вероучения. Мы записываем наши выводы в очень простых тезисах, таким образом, как бы подводя итог всего, что мы с вами узнали. У нас есть места, у нас есть история, у нас есть исследования. Мы почитали об этом много, и мы теперь можем сделать вывод. И в следующий раз, друзья, когда вы будете читать Писание, в своем обычном ежедневном плане, вы будете встречать слово «исповедь», и вы будете понимать, что оно значит. Вы будете понимать его не потому, что оно где-то мелькнуло, вы будете понимать его в контексте всей Библии. Дальше вы берете, например, слово «жертвоприношение», «жертва», например. Что такое «жертва» или слово «завет», например? Что мы знаем о завете? Вы берете, ну, неважно что, неважно, какая тема вас беспокоит,
вы начинаете исследовать. Я еще раз говорю, друзья, это требует времени. Вы знаете, когда мы хотим добыть воду в том месте, где нет воды, нам нужно выкопать колодец. И чем глубже будет этот колодец, тем ценнее будет эта вода. Правда? Никто не ценит воду, которая везде. Вот она везде течет, ну и что? Вода есть везде, большое дело. Но если ты живешь в месте, где нет воды, и ты взялся за это дело, ты копаешь, что ты видишь перед собой? Ничего ты не видишь, кусок земли, но ты копаешь, 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 и думаешь, когда-то я все же, я докопаю до этого, я просто прогрызу. И ты смотришь, ого! И все проходят и говорят, ничего себе, ты уже прокопал столько. Ты говоришь, все равно я хочу получить то благословение, которое там есть. Я знаю, что оно есть. Я знаю, что Бог, даровав мне Библию, Он не просто обрек меня на вечное чтение непонятной литературы. Я знаю, что в этом есть жизнь. Я знаю, что есть в этом благословение. И меня научили, как это делать. Я знаю метод. Я знаю, куда выносить землю, как поставить это, как укрепить стенки колодца. Я знаю, как получить благословение. И знаете что? Когда вы докопаете донизу, эта вода будет благословением не только вам. Эта вода может быть благословением для очень большого количества людей. Они будут приходить к этому колодцу и пить. Вы будете этим деревом, которое посажено у потока вод. У вас будут плоды, которые вкусные. Ваши откровения будут глубокими, а не поверхностными. Вы будете понимать волю Божью о своей жизни. Друзья, вы знаете что? Я склонен больше опираться на такой подход к Библии, чем ожидать, что когда-то, где-то на меня сойдет огонь, как в день Пятидесятницы, и вдруг что-то произойдет, и вдруг такое произойдет, и я вдруг такое начну говорить. Друзья, я не встречал таких людей слишком много, но я встречал людей, которые, закатав рукава, копали, углубились, и дошли до той сути, до того основания, которое изначально Господь туда поместил. Под каждым из нас текут реки воды живой. Начните копать. Я призываю вас сегодня, с этого момента, по-новому посмотреть на Писание. Я призываю вас углубляться. Я призываю вас оставить законнический подход к изучению Библии и начать изучать. Это призвание для каждого верующего, не только лишь для какого-то особого человека. Иоанна 5 глава, 39 стих. Друзья, напоследок хотел бы вам сказать о нем. Там написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Что там написано? «Исследуйте». Там написано, читайте просто так. Не написано. Исследуйте. Исследование – это исследование. Помните в школе, как вы проводили исследования какие-то, да? В лабораториях, у кого было такое счастье. Вы исследовали. Представьте себя в роли ученого, который пытается вот так, ага, так не работает, значит, вот так, попробуем. Ничего страшного, что время займет. Я же исследователь. Я исследую Писание. Он говорит здесь: потому что вы через них хотите иметь жизнь вечную. Это вам надо. А они что делают? Говорят, свидетельствуют о мне, говорит Ишо. Они свидетельствуют. Посмотрите внимательно, рассмотритесь, получите это откровение. Итак, да будет реформация в наших сердцах. Друзья, да будет реформация в нашем разуме. Да станет. Получать благословение и умеет приносить его для других. Вы не станете великим учителем, да, не обязательно. Но, тем не менее, это не оправдывает невежество, это не оправдывает незнание. Давайте будем менять себя. Аминь. Итак, давайте встанем на ноги и просто
я призываю вас исповедоваться перед Господом за все те моменты, когда вы пренебрегали Его Словом, как неважным для вашей жизни. Боже, во имя Иешуа Мессии мы стоим перед Тобой и мы говорим: Господь, мы часто смотрели на Писание просто как на повинность, как на то, что надо читать и читать, и как бы, ах, безнадега. Боже, это не так. Мы знаем, что Ты поместил туда все свои слова. Ты дал, Боже, всякие откровения для нас. Они там сокрыты. Мы хотим научиться доставать эти жемчужины, научиться доставать эти сокровища и научиться применять их. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя страсть, она возгоралась в каждом человеке, чтобы Твоя страсть по Слову, Твоя страсть, Боже, по глубине, по зрелости, она, Боже, возрастала, развивалась, и чтобы каждый человек, Господь, Боже, реально, живо, Боже, жил в Твоей святости, в Твоей чистоте, в Твоей глубине, в Твоем благословении. Святой Бог Израиля, научи нас видеть откровения в Писании. Научи нас добывать эти откровения из Писания. Научи нас возрастать в Слове Твоем. Господь, я молюсь о каждом человеке. Боже, здесь. Я прошу о том, чтобы, Боже, жажда по Слову, она с новой силой, Господь, всколыхнула нас. Боже, чтобы жажда вот читать, изучать, понимать, Господь, применять, она пришла в нашу жизнь. Независимо от вопросов. Боже, мы верим, что есть ответы. Мы верим, что есть ответы. Научи нас это видеть. Господь, мы благословляем Твое имя и превозносим. Превозносим Тебя, Царя Святого и Бога Крепкого, во имя Иешуа Мессии. Аллилуйя!